Таганрогские регбисты, игроки клуба «Таганирог», стали серебряными призерами чемпионата России по пляжному регби. Соревнования прошли в конце июля в Москве. Несмотря на то, что это всего лишь второе место, но это серебро достойно золота. За последнее время это одна из крупных побед таганрогской команды и далеко не последняя. В Таганроге всерьез взялись за возрождение былых регбийных традиций. Это для нас опыт очень серьезный. Это для нас был первый турнир, где мы участвовали в таком финальном туре. Для нас это просто был показатель посмотреть себя. Прежде всего мы хотели, на каком уровне мы находимся, где мы сейчас обитаем. Вот. Многие команды на турнире непосредственно готовились очень серьезно и готовятся в течение, там, скажем, сезона к этому турниру. Вот, у нас было месяц на подготовку и, считаю, выступили достойно, обыграв в полуфинале чемпионов страны. Вот, и в финале достаточно серьезная была борьба до последней минуты, вот, где, к сожалению, нам не повезло, скажем так. Вот, ну, считаю, выступления команды успешные. Мы набрали опыт игры в пляжные регби, где очень большой объем контактности, передач, захватов, то есть всех действий, тех, которые нужно в классическом регби. Воспитывать будущих игроков-регбистов будут уже со школы. Именно с этой целью в Таганроге был создан благотворительный фонд «Регби-детям». Его главная цель – привлечь молодежь к занятиям этим видом спорта, помочь детям и их тренерам в организации тренировок и поездок на соревнования. Это хорошая затея, хорошее дело с фондом «Дети, регби-детям». Результаты, я думаю, мы увидим лет через 5. Это все-таки трудоемкая работа, надо, чтобы воспитать достойного спортсмена, надо вложить в него лет 5 минимум. Поздравить призеров с заслуженной наградой и поговорить о развитии регби в городе в гости к спортсменам пришел глава администрации Таганрога Михаил Солоницын и председатель спорткомитета города Алексей Македон. Встреча прошла в субботу, в день физкультурника, в неформальной обстановке, за чашечкой утреннего чая с тортом. Несмотря на строгий спортивный режим, в этот день игроки могли позволить себе сладкое, тем более, когда даже торт напоминал о твоей победе. Глава администрации лично познакомился с каждым игроком команды «Таганирог». Узнал, кто и откуда приехал в наш город. Ведь пока костяк команды все-таки составляют варяги. Таганрожцы тоже есть, но их пока меньшинство. Свои таланты надо еще воспитать. Собственно говоря, чем сейчас и занимается и регбийный клуб, и благотворительный фонд «Регби-детям». Михаил Солоницын высоко оценил перспективы развития регбийного движения в Таганроге, в том числе и благодаря усилиям благотворительного фонда. И пообещал помощь и поддержку в этом вопросе со своей стороны. Ну, надо популяризировать. Очень мало показывают сегодня. И через средства массовой информации не очень. Поэтому с нашей стороны будет полная поддержка. Задача, установка, потому что нужно этот спорт нам и рекламировать, и популяризировать, и на подрастающее поколение втягивать в этот процесс. Вот, потому что самое главное – это дети, правильно? Да, совершенно верно. Поэтому надо увлекать, тем более, если мы сегодня создаем чемпионов, но есть чем погордиться. Руководитель спорткомитета Таганрога Алексей Македон рассказал о создании в городе на базе общеобразовательной школы специализированных спортивных классов, где будут культивировать игровые виды спорта, такие как регби и баскетбол. Поднимался на встрече и вопрос о необходимости развивать инфраструктуру муниципальных спортивных школ. Проблема эта достаточно серьезная, а в городе не хватает спортивных залов. Одним из способов решить проблему, как считает председатель спорткомитета, в перспективе может стать включение в спортивную инфраструктуру города пустующего здания бывшего профессионального училища номер 81 на улице Московской, 72. Тем более, что помощь в разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания и его перепрофилированию под спортивный объект готовы предоставить благотворительный фонд «Регби-детям» и регбийный клуб «Таганирог».
В завершении утренней встречи глава администрации города Михаил Солоницын подарил каждому игроку регбийного клуба фотоальбом о Таганроге с личной дарственной надписью.